В чем смысл жизни? Не могли бы вы поговорить об этом? Спасибо. Разве не чудесно, что если в жизни нет смысла, и вам не нужно ничего достигать, можно просто жить? Но нет, вам нужна цель. И не просто цель, а цель, данная Богом. Это очень опасно. Те, кто считают, что у них есть высшая цель, совершают самые жестокие поступки в мире. Да или нет? Они всегда делали самые ужасающие вещи. Потому что если у вас есть цель, данная Богом, то сама жизнь становится для вас менее ценной, чем ваша цель. Нет, жизнь важна. И когда я говорю «жизнь», я имею в виду не вашу семью, работу, что вы делаете, что не делаете, ваших друзей. Под жизнью я имею в виду не это. Это жизнь, не так ли? Жизнь внутри вас или вокруг? Вы ошибочно принимаете за саму жизнь то, что ее окружает. Ваш дом, семья, работа, друзья — все это просто окружающая среда. Это не сама жизнь, не правда ли? Да или нет? Вы принимаете окружение за саму жизнь? Нет. Важна жизнь. Потому что это единственное, что вы знаете. Больше вы ничего не знаете. Разве вы знаете что-то еще? Все остальное — ваше воображение. Вот это сейчас полно жизни. Важно ли это? Это невероятно важно. Вы как личность не имеете значения. Но вы как частица жизни очень важны. Потому что это основа всего. И это говорю, потому что Вселенная существует для вас только потому, что вы сами существуете, не так ли? Да или нет? Мир существует только потому, что существуете вы, иначе в вашем опыте его бы не было. То есть в любом случае это важно. В чем цель этого? Если бы у вас была цель в жизни, и вы ее достигли, что бы вы делали после этого? Что бы вы делали потом? Вам стало бы скучно, не так ли? Жизнь настолько сложна, настолько феноменально сложна, что даже если вы проведете 10 тысяч лет, изучая ее, вы все равно не познаете ее полностью. Даже через миллион лет пристального наблюдения, вы все равно не познаете ее во всей полноте. Вот как все устроено. Если у нее смысл, самое лучшее в жизни — это то, что у нее нет смысла. Величайший аспект жизни в том, что у нее нет смысла, и в нем нет никакой необходимости. Ваш ум ищет смысл только из-за своей ограниченности. Потому что с психологической точки зрения вы не чувствуете связи с жизнью, если у вас нет смысла или цели. Люди постоянно пытаются создавать ложные цели. Только что все было хорошо, они были счастливы. Тут они женятся, и их смыслом становится другой человек. Потом у них появляются дети, и они уже чувствуют себя несчастными друг с другом. Теперь смыслом терпеть все это становятся дети. И так далее. Это то, что вы сами создаете и принимаете за смысл жизни. Но существует ли высшая, данная Богом, цель? Что, если Бог не знает о вашем существовании? Просто спрашиваю, вдруг такое возможно?